Продолжим наш концерт. Продолжим с удовольствием. Первая вещь, которую нас спросила Алекс, когда мы сюда зашли, ребята, сыграете ли группу Крови, и мы, честно скажу, не собирались, потому что там очень такая интересная партия на бонгах. А бонги где-то сейчас, наверное, в дороге подождите, между подождите, Волгоградом и Москвой. Подождите, я только знаю вот эту песню King of the Bongo, Ману Чао. Да, то есть практически это не она, это песня группы Крови. Вот, но в таком... Ну, без бонго. Без бонго в нашем таком... Спасибо, что пошли на поводу. В нашем таком варианте. Да, давайте. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. По крови на рукаве мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа Крови на рукаве мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи. Наши аплодисменты, насколько можем, забиваем ладошки с Алексом. Ребят, это очень круто, очень. Спасибо, спасибо. Это я не цитирую никого, это я сам говорю, а вот цитирую. Из города Абакан нам пишет Артур, отличная версия группы Крови, спасибо. А из Москвы, из московских пробок Костя, от трубы аж волосы на голове зашевелились. Ух, у меня тоже, спасибо.